Я не люблю спорить, но готова. Я сейчас готова поспорить на квартиру в Москве, только не на свою. Что если бы сейчас вышла, к примеру, Леди Гага, мой любимый Сережа Соседов выскочил бы на сцену и показал ей, как правильно надо петь, как правильно надо играть на фортепиано. Но ей не повезло. Пусть она сидит в своей там вот этой вот Америке и страдает без Соседова. А мы будем ловить удовольствие вместе с чудесной Настей Макаревич. Встречайте. При типичной для шоу-бизнеса фамилии у нее совсем нетипичная биография. Всего один раз замужем, за одним и тем же, 23 года. Человек – моя судьба, и действительно, мне очень повезло, и вот, что ему повезло, конечно, чтобы есть друг у друга. Папарацци ни разу не заставали ее в объятиях светских красавцев. Или за пьяным дебошем на частном бизнес-джете. Она – образцовая мама, и все дети от одного мужа. У меня двое – мальчик и мальчик. Вот я, кстати, задумываюсь еще о третьей девочке. Вот, но пока я в раздумьях. В раздумьях, потому что если будет третий мальчик, я сойду с ума. Кажется, у Насти Макаревич такая безупречная репутация, что ее уже давно пора чем-то скомпрометировать. Ну, хотя бы репертуаром. Должна же где-то, ну, очень глубоко внутри нее сидеть какая-то оторва. Белые розы, седая ночь, до свидания, мама. Так, что у нас тут были, какие предложения? Угнала. Угнала тебя, угнала. Вот неожиданно, пожалуйста. Все как-то не то. Мозговой штурм не помогает. И команде спасения «Суперстар» никак не удается ее растормошить. Хорошо, что нам нужно забой? Не, я поняла. Вот для шоу, когда выбираешь песни, тоже спеть это нечего. Зачем? Ну, что угодно поет. Да. Я пою все, я сказала. Она поет что угодно, прилежно соглашается на любую песню. Но это-то и пугает. Хочется вытащить из лицеистки-отличницы такой неуд по поведению, какого не то что зрители, она сама от себя не ожидает. Может, в репетиционной студии что-то получится? Ну да, я не хочу, как она, петь. А ведь, приходя на «Суперстар», она собиралась задать всем шороху. Я надеюсь где-то сломать какие-то свои границы и показать. Не все я еще показала, что я могу. Ну что ж, придется ломать радикальным методом. Боже! Боже, нет! Вау, ну вы что, издеваетесь? Ну а я жива буду к концу проекта. Несмотря на ее сомнения, переодеваем Настю, как будто отправляем в красную зону. Она пока еще бодрится. Прекрасно. Мой размерчик. Но вот садится на страшный агрегат, который не снился этой девочке-припевочке, и вперед, в лес. И пусть лес остыл и листья сбросил, как она привыкла, ей сейчас явно не до осенней романтики. Прорвались! Ура! И вроде бы, при чем здесь ее единственный брак, двое детей, 20 и 14, мальчик и мальчик. И главное, при чем здесь музыка? Ну вот же! Анастасия Макаревич снимет пыльный шлем, поправит фирменную прядь, и все, она готова. Спасибо, «Суперстар», за эти ощущения. Теперь я готова ко всему, и Гаге, и не Гаге, и к любым оценкам жюри. Мне теперь ничего не страшно. Это кайф. I want
Crazy, walk, walk, passion, baby. Walk it, I'm a free bitch, baby. I want your love, and I want to revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Just on a move, and just on the boots. Just on a move. Настя Макаревич! Да ладно! Да нет! Этого не может быть! Это может быть! Настя, ты просто бомба! Зачем нам Леди Гага, когда есть Настя Макаревич? Прекрасные слова! А главное, ты знаешь, так приятно наблюдать членов жюри, что с вами творилось, как вы реагировали на приход мировой звезды. Да. Ну, она достойно пришла. Ну, вот раз ты взяла микрофон. Давай, Наташа. Давай, Настя, красотка, молодец. Спасибо, Наташа. Прямо вообще душа радовалась. Потому что я просто знаю, у нас с Настей был один педагог прекрасный по вокалу. И я просто слышала, как Настя не поет, а играет на инструменте, который называется голос. Как она это круто делает в такой популярной, известной песне. И весь номер, и весь посыл, и та энергия, которая вот и должна вот именно так быть посылаема артистом в зал, в аудиторию и в зрителей, которые смотрят нас. Телезрители! Привет! Привет, вы смотрите нас! И я думаю, вы со мной солидарны. Это было очень круто. Молодец! Огонь! И 2 балла от Наташи Королевой. Самое главное, что скажу дальше члены жюри, не знаю. Но, знаете, настолько важно было быть тембрально не похоже на Леди Гагу. И у нее это получилось. И мне кажется, Леди Гага может что-то позаимствовать у меня тоже. Мне так кажется. Не похоже было, правда. Мы вот с Лерой разговаривали. А она говорит, что вроде как бы, но по скелету песня похожа. А я говорю, а тембрально вообще не похожа. Да, и я хочу сказать, что я вот очень надеюсь, чтобы это максимальное количество людей увидело. Потому что для артиста, который в одном амплуа известен очень, очень важно, чтобы максимальное количество людей в этой стране услышало его возможности. Увидело его в другом амплуа. Но где еще побудешь Гагой, как не на суперстаре? Ну, я могу сказать, что ты не была Гагой, слава богу, да. Ну, немножечко мы дали дань уважения. Вы дали легкой Гаге, как бы, да, но такое совсем. Вот, ты была самой собой, это очень круто. И на самом деле, мне кажется, что вот, ну, на данный момент этого шоу у меня как бы вот женский фаворит четко совершенно вокально уже образовался. Это Настя Макаревич. Стас. Оценка. Да ну, вот такая... Огонь. Я все-таки от Стаса еще ожидала. Он всегда так хвалит балет, который одет... А что здесь балет, ну, хвалить, так, если ты посмотри на Настю? Настя. Здесь Настя перекрывала Настя балет. Настя балет убрала. У нас первый раз, когда балет был на втором плане вообще. И это тоже очень важное замечание. Это сильно. Вот для пример, когда играет первая скрипка. Да, первая скрипка была, точно. Лерчик, что...
ты скажешь? Я скажу, что я в восторге так же, как и мои коллеги. Но я почему-то, я не знаю, Настя, почему, я не сомневалась, что она у тебя получится. Ну, то есть прям... Спасибо, Лена. Я не знаю, то ли это какая-то интуиция, то ли что. Потрясающая, волшебная. Очень хочется увидеть тебя в каком-нибудь вообще неожиданном... Будет. Будет? Все будет. Ты, все обещаю. Ты красотка. Я буду разной. Верю на слово. Спасибо большое. Лол, но только ты имеешь особый подход к Сереже. Спрашивай. Сереженька. Я знаю, что ты не очень любишь эту вот западную эстетику. Почему нет? Я люблю Леди Гагу. Она очень своеобразна, своеобычна, очень энергетична. Но то, что сейчас показала Настя, тут коллеги говорили, она не была Леди Гагой, она была само собой. Нет, она самой собой не была здесь, Настя. Это была не она. Это была совсем не она. И что-то там случилось в ней такое, кто-то в нее вселился, в кого-то она перевоплотилась, это была не она. Она так не пела никогда, вообще никогда. Просто вы не слышали. Может быть, я, конечно, не слышал. Пела, да. Пела где-то, может, да, быть, ты точно пела где-то в закрытых клубах. Он не слышал, Настя, Сергей не слышал, в закрытых залах, где-то в каких-то кулуарных аудиториях. Но я, конечно, не ожидал такого. Отнесся к этому скептически. «Bad Romance» в исполнении Насти Макаревич. И, конечно, для меня это было совершенно неожиданно, в новинку, в диковинку. И мощь вокальная, и мощь физическая была колоссальной энергией. А фигура, посмотри! Ну, фигура... Знаешь, Лер, для меня фигура дура. Даже если ты была бы полная толстушка. Да это еще было бы круче, если бы толстушка так спела. Мы бы вообще сейчас упали вот здесь. Вот мы сейчас все с Наташей поддерживаем тебя, кстати. Ешь бесконечно до следующего эфира. Настолько здорово. Да? И настолько кушай, неожиданно. А, вот для меня, может быть, это сегодня самое неожиданное выступление. И, наверное, из-за какой-то скромности как-то ты иногда попадаешь в тень, и тебя не видят музыкальные продюсеры, промоутеры, не замечают. Ну, значит, шоу «Суперстар» должно тебя открыть с новой стороны? Уже. Несомненно. Браво, браво, дорогая, браво. Уже открывает. Спасибо. Очень приятно. Посмотрим на твою триумфальную оценку. 8 баллов у тебя сегодня. Ну что, пойдем готовиться к следующей программе. Да, друзья, еще вас удивлю, обещаю. Настя Макаревич.